Надо было тебе взять отпуск. Говорят, в Чикаго в это время года хорошо. Тебе до этого дня не дожить. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами Гидеон, и мы продолжаем проходить игру Stranglehold. Итак, мы остановились на том, что прошли вторую миссию. Сейчас мы продолжим. Я выберу опять уровень тяжело. И это будет третья миссия. Я на них не играю. Неважно. Это не гитара. Осмотри мега и установи эти штуки там, где они тебе могут понадобиться. Встреча Золотой Трости проходит на самом верхнем этаже, так что имей в виду. Встретимся внутри. Я с группой? Ну что же, дорогие друзья, у нас новое задание. Итак, нажимаю клавишу F, разложите все гитарные чехлы в важных местах. У нас есть гитарные чехлы с оружием. И сейчас я думаю разложить их вот здесь вот, на первом этаже. Где-нибудь, да, прямо вот здесь вот. Ага, отлично, мы первый положили. И второй разложим тоже где-нибудь в каком-нибудь таком укромном уголке, где бы нам... было удобно прятаться и отсиживаться. Где-нибудь, ну не знаю, вот здесь вот, наверное. Отлично. Итак, нам дали четвертую атаку. Кровавый веер. Инспектор крутится и отстреливает всех по кругу. Что же, а теперь мы должны нарушить встречу триады. Ну что, где они? Почему-то я их не вижу. Слышу, как они хлопают дверьми, но не слышу их. А вот и они. Вот и первые наши ласточки. Хорошо, пошли. Ух ты! Обходит нас. Было, но ничего ему не удается. Так, насколько я помню, наши гитарные чехлы не просто так здесь лежат. Да, они пополняют нам не только ХП, но и полностью боеприпасы. Но у них есть время некоторой перезарядки. В принципе, небольшое такое время. Сейчас посмотрим. Ух ты! Они уже на втором этаже. Yes. Даже замедление не успел включиться. Так, дробовики — это плохо, ребят. Я не люблю дробовики. Ну-ну-ну, где? Готов. Готов. В принципе, их можно было положить и вместе, но... так у нас отстреливаться удобнее. Если они будут наверху, а мы будем внизу. Так что да, сейчас еще. А, вот он еще не перезарядился даже. Долго-долго. Довольно долго перезаряжается все-таки. Ну что же, где там враги? А, вот он. Yes. Еще один. Все у нас в прыжке заканчивают свою карьеру бандитов. Так. Ну, ребят. Ух ты, ух ты, ух ты, с дробовиком-то на меня. Бух. Да, дробовик, конечно, хорош. Но нет, он, да, на таких расстояниях просто никчёмный.
Так, вместо него возьму винтовку. Отлично. Вот, он уже перезарядился. Мне кажется, он перезаряжается не просто так. В прыжке прям его подобрали. Не просто так, а вот в зависимости от миссии там и прочего. Потому что здесь есть тоже мини такие контрольные точки, на которых он как раз перезаряжается. О, подобрали еще один. Ух ты, кто-то там у нас. Кто-то там у нас отстреливает. Да. Это фонарь смерти. Так, отлично. Первая фаза закончилась. Ух ты. Кровавый вихрь! Вот так вот, ребятки. Не нарывались бы вы на инспектора. Текила. Девятки вылезают из воды. Попробуют что-нибудь сделать. Ух ты. Из воды? Это плохо. Ничего себе, они психи. Но им это не поможет. Все мы, конечно же, знаем почему. Потому что у нас будет фонарь смерти. Ой-ой-ой, как бы нас сейчас прикончили. Скорей. Фух. Да, он восстанавливает, конечно, не полное ХП. Как вы заметили. Один есть. Ух, как он хорошо пролетел. Еще один. Еще один, еще один. Еще один. Ух ты. Нам надо бы скорее наверх. Скорее надо наверх. Подлечимся чуть-чуть. У нас, правда, очень мало энергии. Фух. Добежали. Да. Вы зверски стреляете. Слушайте, ребята. Очень, очень даже неплохо стреляете, ребятки. Еще и перекатываются. Удается. Так, надо бы взять журавлика. Один, второй. Да, мощно они, конечно, нам отстреливают. Но так и уровень-то у нас нелегкий. Фу. Обновились наши кейсы. Один только. Второй еще пока заряжен. Вот это вихрь! Они с гранатометами. Вот это да! Вот это я не ожидал. Ха. Кейсики наши перезарядились. Отлично. Они с ракетами. Ух ты, ёлки-палки. Нифига, они еще наводящиеся. Давай. Я буду нафиг ракеты прям в воздухе расстреливать. Фух, подзарядимся. Слушайте, они вообще жирные по хп-то были сами по себе. Только выстрелы в голову помогали. Да. Так, на лифте на следующий этаж. Ха. Ладно. Поехали дальше. Я слышал, ты убил копа. Это мое дело. В моих краях это плохо для бизнеса. Эти края не твои. Если будем договариваться, то по-моему. Я думал, мы все уже решили. Значит, ты подумал неверно. Ничего не решено, пока я не увижу Чикаго, твой бизнес, и не получу на руки девок. Ты получишь девок. Ты долго будешь это терпеть? Мой бизнес именно такой, каким я его описал, мистер Юн. А мое положение в обществе... Ха, читал я твои заметки.
Обещаю как следует выразить восхищение, как только ты объяснишь, как лизание великосветских задов поможет мне увеличить сбыт дури. Сию минуту. У нас непрошенные гости. Увидимся в Чикаго. До встречи. Неужели никто не может прикончить этого копа? Не волнуйтесь, босс. Он уже труп. Он просто об этом не знает. Что же, разложим наши кейсики. Хороший зал, да. Хороший зал для хорошей битвы, правда? Ну что, где-то надо их положить. На первом и на втором. Наверное, где-нибудь здесь один, чтобы случайно не задеть, когда спускаюсь. Ну, на второй где-нибудь вот здесь. И пусть начнется битва. О, да вы бежите прямо в колонне слива. Как я это называю. Первая партия у вас готова. Где вторая? Внизу, что ли? Ну-ка, давайте спустимся вниз. Сейчас уже... Очень жестко стало, нифига себе! Не пробили эту колонну, отлично. Я чуть забыл, как прижиматься. А, кофе. Да вот, вот это раздражает, конечно. Заходит тебе в тыл. Начинают стрелять. Фу. Так, надо кейсик один взять. Потому что что-то у нас уже меньше половины. Где вы там? Ну? О, целых два. Отлично. Хоть бы каски, что ли, носили. Глупцы. Ой, дробовик. Фу. Давайте, забегайте. Один, второй и третий. Прекрасно. О, еще один. Они прям ко мне идут. Ух, я все потратил на здоровье сейчас, чтобы вылечиться. Где кейс? Охренеть. Позицию я, конечно, там выбрал. Просто самую лучшую. Фух. Вот тут расстрел был. Просто кошмар. Так, еще кейс резнулся. Видимо, верхний. Да что же вы за люди-то такие, а? Япошки. И кто вы тут? Китайозы. Ох. Так, так, где? Еще, еще. Да по-любому. Если они из одной двери начали идти, значит так и прут. Буду держаться возле этого кейса. Вон, вон, идут, 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 идут. Готов. Теперь еще и с противоположной стороны. Целая пара. Давай, давай, вот так. Фух. Еще один. Ну, двери открылись, я же видел. Надо винтовку взять. Или это двери закрылись?
пойти. Я уж не знаю. Да, давайте кейс возьмем. Как раз у нас половина. Ну, внизу по-любому, да? Да, сволочи? Вы же внизу, я вас знаю. Где-то базарите, значит, внизу. Ух ты, елки, да-да, так и знал. Где-то еще здесь. Зашел с этой стороны мне. Бог, главное, чтобы новые не начали мне выходить прям в лицо. Как тогда. Но у меня шансов вообще мало. Фу. Еще один там где. Фу. Ну что, последняя партия из лифта. О, где еще один? Вот он. Yes. Фу, ну что? Пойдемте возьмем резнувшийся кейс, чтобы по полной нам зарядиться, и отправимся дальше. Я надеюсь, на следующем этаже лестница, и у них не общее время отката. Так, эй, а где кейсы? Уже без кейсов? Ну, давайте, я знаю, вы сейчас пойдете на меня. Здесь же такие коридоры как раз для этого. Оу, да тут музыка играет. Противостояние. Почему прекратили играть? О да, ха-ха. Yes! Так-то, девочки. Итак, у нас новое задание. Защищайте музыкантов, не стреляйте в исполнителей и не позволяйте делать это врагам. Чтобы один музыкант выжил? Блин, вы злые ребята, зачем делать такие? Зачем делать такие задачи? Это же как минимум невыполнимо. Блин, я еще на сложном. Ох, жесть. А я ведь вспоминаю это место. Я ведь вспоминаю его. Я ведь вспоминаю, как я тут мучился. Ведь, по-моему, я на среднем тогда играл. Где вы, долбанные музыканты? Где-то здесь аптечка. Так, главное в исполнителе еще самому не стрелять. О, а это еще кто? Ёлки-палки. Оу. Это, похоже, злые ребята. Это совсем злые ребята, похоже. Где они? Ух ты, да они ближе, чем я думал. О. О, а это колонна слива. А вот это заход в тыл грамотный называется. Фу. Давай, 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 давай. Где, где? Ах ты, гад. Скорее аптечку. Фу. Где? Ох, какая жесть, слушайте. Где еще? Вот это отстрел.
По-моему, тут хотя бы аптечки резаются. Да я понимаю, что музыканты уже совсем бедняги. Один уже погиб. О. Так, похоже, еще одни пошли. Вот вы уроды, сколько же вас тут. Какой кошмар, а? Я все потратил. Всю энергию на отхил потратил сейчас. Да вы достали уже, не дайте музыкантам погибнуть. Что, ослепли что ли? Тут какая-то бойня. Кровавая. Кровавое месиво. О, течка. Еще один. Да когда же это закончится? Еще один. О. Кто остался-то у нас из музыкантов? Кошмар. Где? Где вы, уроды? Я вас всех сейчас свинцовым дождем. Ох. Кто остался из музыкантов? Только пианист. Бедный, бедный, бедный пианист. Нет, почему бедный пианист? Бедный барабанщик и саксофонист. А пианист выжил. О, ну что, это было тяжело. Погнали дальше. Надо было тебе взять отпуск. Говорят, в Чикаго в это время года хорошо. Тебе до этого дня не дожить. Ух ты, да у него же пистолет. А у нас даже нет золотых. Ой-о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 й. Пушку перезаряжаю. Не думай, что уйдешь от меня. Ух ты, елки. Как же нам быть-то, слушайте? Встань, чтобы я тебя нужно прикрою. Достать нормальное оружие. Кажется, я тебе еще не показывал мою игрушку. Думаю, ты... Уже показал! Очень больно. Беги, беги, беги наверх. Фух, какая жесть-то, слушайте. Мне нужно оружие. Сраный пистолет. Я не понимаю, он себя, что ли, повреждает? Что там происходит-то внизу? Во, винтовка. А, дробовик. Сейчас мы сделаем свинцовый шквал. Ох ты, ёлки-палки, он же прямо... Прямо у нас перед лицом. Любишь, когда все взрывается? Люблю, когда и тебя уничтожу. Работай, твою мать. У него склинит. У него я клинит, это знаю, хорошо. Куда это сунуть? Отстань, отстань. Ну что у него ракетница там еще взялась? Скорее. Скорее бежим. Какой кошмар, слышите? Наслаждайся передышкой, я тебе ее дарю. Нам надо взять еще один и устроить еще один свинцовый шквал. Тихо. Ну все, гад, я заряжаюсь. Давай, 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 давай. Подавись. Фух. Ну что, осталось еще чуть-чуть? Yes.
получи. Дай угадаю. Пора бежать? Да уже давно пора. Девятки расставили взрывчатку повсюду. Убирайся оттуда, пока все не взлетело на воздух. Ну что ж, друзья, мы прошли третью миссию, ранг у нас C+, причиненный урон $30 миллионов. Ну что же, надеюсь, вам понравилось, мы уничтожили циклопа, встретимся в четвертой миссии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, советуйте друзьям. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.